Привет, друзья! С вами Зирко и обзор свежего персонажа на тестовом сервере. Это... что за имена-то такие? Назовем его Мартис, поскольку стоит мне сказать Мартис. Мартис получил звание короля Асуры, хотя по одежде больше напоминает фаната группы Kiss. Он боец ближнего боя без маны и энергии. Коротко о навыках. Пассивный навык. Когда Мартис наносит урон навыками, он увеличивает скорость своих атак на 15%, складывается до 60% и держится 4 секунды. Первый навык. Боец своими мечами рубит с двух сторон, нанося урон и выстраивая противника в линию. Сам же продвигается немного вперед. Тут самое время для второго навыка. Мартис наносит серию ударов, также передвигаясь вперед. При повторном нажатии он совершает рывок с ударом. Рывок может пересекать препятствия. Эти оба навыка обладают контролем перемещением. Первый навык сдвигает, а вторая часть второго навыка подбрасывает. Ульта. Мартис устремляется к противнику с намерением добить. Если у противника менее 50% жизни, он получает дамаг не физическим, а чистым уроном. Если же ульта добивает противника, то получает мгновенное КД на отрезок времени и ускорение бега на 100%. Вот такая Карина от мира бойцов. Благо, расстояние для применения ульты небольшое. Этот боец тесно связан с реакцией, и на тестовом на нем тяжко. Ну, пока что о нем все. Ставьте лапки. Всем пока!